Каталка Челукбо, Мерседес, АМГ, ГЛЕ 63. Первое время, пока ребенок совсем маленький, мы будем ездить с ручкой. В этом случае родители будут управлять каталкой сами. Поворачивая ручку, будут поворачиваться колеса. Ноги ребенка будут стоять на подножке, ограждение защитное не позволит ему свалиться. Ручка здесь имеет два положения высоты. Это вот самое высокое. Нажимаем на кнопку, можно немножечко опустить, подрост мамы. Вот, когда ребенок подрастет, будет, ну, когда уже можно будет самому ездить, мы тогда убираем, подножку убираем. Делается вот так вот, эту штучку сюда. Ну, и сложили. Сложили. Убираем защитное ограждение. Тут вот защелки в сторону, вверх на себя. Ну и сзади кнопка. Две кнопки вот эти вот. Ну, нажали и вторую, нажали и снять. И переводим вот этот вот выключатель в положение, чтобы ребенок мог рулевать сам. И достаем ручку. Сейчас вот такая вот каталка. Ребенок здесь будет ездить сам и рулевать уже получается рулем. Под сиденьем расположен ящик для игрушек, куда можно что-нибудь сложить. Здесь вот был звуковой модуль. Какой-то будет звук.